Приветствую вас на канале Asmodee Play. Так, мы продолжаем играть Tomb Raider. Я уж, честно сказать, забыл, как. Давайте глянем настройки звук управления. Вперед-назад прыжок. Пригнуться, перекатиться, shift, крюк. Ага, вот. Есть. Взаимодействие, стрелять, боевой режим, показать интерфейс. Ага, о, захватываю вручную, прицельная стрельба на я. Ага, большая аптечка, маленькая аптечка. Ага. Идти. Итак, у нас я и не вижу, падла. Так, взял. Так. Они на меня напали. А лезть-то мне потом все равно туда придется. Вот здесь вот они были. Нажмите, чтобы прыгнуть назад. А как? Отцепляйся. Отцепляйся. Понимаю пока что, как это все делается. Ладно, давай. Нет, 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 зубец, конечно же. Ну-ка. Ну явно не хватает. Так.
Точно не сюда. Ну не хочет залазить. Ладно, не будет. Экс. Так. Куда-то нам. Так. Пока вроде все получается. Ой-ой-ой, бунк. Понятненько. Так, а там что, двумя путями можно было идти, что ли? Мне вот сейчас это очень интересно. Ладно, еще разок. Вон мишка, плюшевый мишка. Ладно. Блин. Что там? Мы с мишки можем, нет, мы с мишки ничего не можем взять. Ага.
крайней мере, если мы вдруг сюда и упадем, то уже мишки не будет. Согласитесь, хороший бонус. Так, что там взяли? На один предмет патроны 50-го калибра. Это мне очень сильно надо будет. Не могу как туда, конечно, запрыгнуть. Но иначе бы эти столбы не стояли бы там. Патроны 50-го калибра бы тоже. Хрена себе. Ну слушай, еще раз мишку подобью. Вот что я не видел, первый раз не замечал. Ладно. Мишка, плюшевый мишка. Зачем мне сюда? Во. Где ты? Контрольная точка. Опа. Еще патроны взял. Там еще патроны. Блин, а там у медведя-то что-то осталось. Давайте сначала тут посмотрю, что здесь есть. Так, если я упаду.
Так. Опа. Опять контрольная точка. Что-то я, блин, патроны только собираю. Вроде линейная игра-то была. Как оно? Так, могу. Блин. Где я? Ой-ой-ой-ой. Это что, динозавры? А смысл? Вот так. Стой! Ни хрена! Давай. Так. Давай. Отстреливаем. Еще немножко. Контрольная точка. Все, стрелял динозавра.
Да. Пришла беда, откуда не ждали. Ну ты чё, не пробьёшь? Так, нажмите, чтобы продолжить. Так, у некоторых врагов есть индикаторы ярости и здоровья, находящиеся в правом верхнем углу экрана. Когда вы близко стреляете у врага, значение индикатора ярости растет, и враг разъяряется. Чувствую, у меня где-то должен был оружие подбирать. Ой, это надолго. Он где-то там глюкнул, пусть. Я так понял, он на шипы надо сюда направлять, чтобы он там сбивал их. Ну так, немножко осталось. Блин, так долго его долбить. По идее, стоит, должны быть ружья здесь или автоматы какие-то валяться. Я уверен в этом. Что должен здесь был бегать, а он должен был по шкой во все биться. Вот, что-то типа такого должно было все это происходить. Ладно, вот видите, вот эту. Вот здесь, по идее, он тоже башкой должен был влететь. Вот башкой должен был влететь. Видите, должен был я бегать. Как зайчик тут. Хрен нас там, да? Так. Ну ладно. Динозаврик. Надеюсь, крокодилов-то нету. Эх, взяли. Вот это вкрутить надо. Блин, как мне охота нырять. Я уж забыл, как тут ныряется. Да мать его! Надеюсь, я хоть правильно выплыл-то. А,
Черт, у меня что-то не складывается тут. Блин, я даже знаю, куда эту шестеренку сейчас толкать надо. Ну, ну ё-моё. Вот. Вот сюда. Хотя и туда бы неплохо бы было бы, наверное, сгонять. Но она туда не лезет. А рисковать я не буду. Не хочет, но и не надо. Не очень-то и хотелось. Не залазит. Так. Что-то вижу. Патроны 50-го калибра, наверное. А как мне это приблизить-то можно? Эх. Не понял. Так, так, так. Может, там аптечка, кстати, лежала? Ну да ладно. Что бы там ни было. Я оттуда ушел, и оно мне уже не нужно. Вот оружие, которое, блин, патроны набрал. С динозаврами бился. Так, а если бы я упал? Ага. Так. Ладно, не хочу я это использовать. Я сюда пришел, это правильно. Правильно? Правильно. Вот сюда мне. Ладно. Ну давай, давай, давай. Вот так.
Нифига, почему ты не прыгнула-то? Я вот хочу прыгнуть, я прям вижу, что там вот так как-то надо. Ну-ка еще разок. Нет, не сюда, не так. Так. Сначала прыжок. Куда это мы попадаем? Что у нас тут в тумане прячется? Кто? Что-то не понял. Это как так? Я думаю, мне в эту сторону. Ну, видимо, да. Потому что отсюда же вроде приходил. Ага. Ну, нифига не так. Вот так. И вот так. Вот. Блин, что-то у меня экран дергается. Должно так быть. А все правильно, к мишке. Охренеть, это я за зубчиком ходил, представляете?
Нифига не так. Вот так это должно выглядеть. Да не так, не так, подожди. За нее зацепиться. Так, надо посмотреть, как за нее зацепиться. Я точно не попаду. Вот так. Вот так, взял. Идем. Чего? Куда Мишка делся? Так. Почему ты у меня не крадешься сразу же? А вот shift. Не на ту нажимаю. Ни хрена не так. Как тогда? Быть. Ну не крюком же хватать, там крюком-то некуда зацепиться. Куда?
Да. Как ты так-то? Слезть-то не можешь, что ли? Смотрешь как. О, воду. Точно, воду. Мы будем прыгать в воду. Кстати, вон туда мы еще не ходили. Давайте посмотрим, что там. Надо, кстати, подумать. Вот этим колобком-то я, может, дальше даже прыгать буду. Так. Куда-то меня. А куда это я? Что-то маленечко не совсем понимаю. Куда ты меня? Так. И вниз. О как. Ну не более.
Давайте посмотрим, что будет, если я шестеренку-то там приделаю. Уж больно интересно, за каким это все. Динозавр все-таки не просто так бил. Так. Конечно. Еще надо одну. Понятно. Понятненько с вами все. Вот почему. Вон оно что, Михалыч. Почему на три стороны надо идти? А вот где ружье-то? Они думали, что вот здесь вот ружье где-то. И я отсюда, по идее, должен был все поначинать. Так. Ко мне-то пока-то ничего не прибавило. Кольцо только освободило. Ну да ладно. Давайте смотреть, что у нас тут. Вот она. Так. Ну как-то, кстати, легко досталось она. А я потуда поднялся же, да? Оттуда прыжок, потом сюда, оп, да. Поэтому мне надо сюда уходить. Так. Кто вот это вообще строил?
с архитектором бы побазарить бы. Опа. Блин, близко. Волки опять пришли. Опаньки. Давай, я вот сюда пока. Давайте. Не знаю, конечно, что мне дает их трупы, но ладно. Давай, крутись. Вот так. Блин, три шестеренки. Ах, вини. Ну, с динозавром-то да. Давай, давай. Вот здесь бы сохранилось бы. Конечно, она. Даже не знаю, что. Водопад, да? Закроем. А под водопадом зверка была. Вот это вот. Что ты кричишь-то, господи, ты уж сколько раз прыгала тут. Какие-то бонусы, ну, артефакты, правда, один, реликвий ни одной. Ну ладно. А вот, осмотри. Да. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Гробница Куалопека. Пока-пока.